Да, все верно. Hell Sleeper. Погнали. Итак, я поменял фов, сделал фов побольше, стало довольно-таки интересно играть. Хотя, может быть, фов слишком большой. Ладно. Я остановился на том, что купил вот этот пиздатейший гараж с бункером и хочу его обделать под свой новый офис. Поэтому погнали займем. Блядь, слушай, я, блядь, я и забыл, какой тут срач. Ёбаный рот. Здесь очень грязно. Ладно, ничего страшного. Режим мистера Пропера. Погнали. Так, и остались тараканы. Так, я вытяни пылесос. Да, сейчас мы их засосем. Хотя, стоп, мне же... у меня доступны все инструменты, нахуй. Ребята, блядь, вы выбрали нахуй... блядь, вы выбрали не тот бункер, ребята. На, нахуй. Ебать, мне даже ачивку дали. Интересно, их меньше становится? Да, слышь, их можно убивать. Кувалды чисто, нахуй. Они, блядь, от одного живым оставить, нахуй, чтобы он съебался отсюда, остальным рассказал, нахуй, тут больше никогда не будет тараканов. Скажет, блядь, ребята, не ходите туда, там, ебанутый у нас кувалды там пиздил. Ладно, это слишком долго. Вот этих вот частей я оставлю, нахуй, я их засосу в этот пылесос, выкину, и они на свалке будут рассказывать, нахуй, другим тараканам, чтобы они сюда не ходили. Да, здесь вроде, бля, эту стену можно будет переделать? Надеюсь, что да, паутина. Кстати, не заметил. Так, с уборкой вроде более-менее все. Все лишнее нахуй выкинул. Надо зарегистрировать это место как свой офис. А то слева вон челики жалуются, что, мол, типа, нахуй ты все убираешь. Типа, не думаешь, что я для них это все делаю. Но нет. Это чисто мое место будет. Вот эта вот штука, интересно, ее можно удалить? И что с машиной делать, блядь? С одной стороны, она здесь стоять не будет. С другой стороны, если я сейчас удалю... Ну-ка, сколько она там стоит? Нахуя она стоит? Я, кстати, поменял все на рубли. Она стоит 134 тысячи рублей, в принципе. Я даже не знаю в пересчет на новые деньги, насколько это много, потому что раньше все было в долларах. Так, если я смогу... Асуиса, нихуя себе номер Асуиса. Если я смогу ее продать, смогу ли я ее купить? Мне просто интересно. Если здесь вот другое, допустим, да, машины продаются? Вдруг я захочу машину поставить, не?
день видеоигры. Это я уже после обновы, нахуй, эту хуйню не видел, акустические панели. О, слышь, геймерское кресло, геймерская мышка. О, ебать, этот, как же этой хуйни не хватало. О, ебать, ну я уже знаю, что я добавлю себе сюда в офис. День Святого Валентина, хуйня. Как же этой хуйни не хватало, когда я тогда делал геймерскую комнату. День отца, рождественские праздники. Нету что-то типа гараж. Блять, короче, ладно, хуй знает, посмотрим. Я, наверное, пока эту машину просто уберу. Сейчас мы его так вот. Давай! Потащили, потащили! Давай, 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 давай! Ух, блять, стронгмен, даже ачивку дали. Из драконов дали, за это дали. Фу, ебать, я перетащил машину. Фух, нахуй. Вот эту хуйню бы еще, по идее, удалить. Я не знаю, можно ли такую купить. А продать ее можно? Ну-ка. То есть эту хуйню... Только открывать-закрывать. То есть я здесь ничего поделать не смогу, да? А если, допустим, чисто теоретически вот так вот... На, нахуй. Нет? Что-то, блядь, звук заел. Бля, я хочу ее продать, это говно. Короче, походу у нас будет такая хуйня здесь, да? Хуёво, может, и стену можно будет заделать как-то? То есть тут можно, а вот здесь вот... То есть эта хуйня мешает, да? Блядь, слушай, как же мне все эта гаражная дверь портит в моей штаб-квартире, блядь, новой. Плакаты убирать не буду, нахуй, они прикольные. Велосипед тоже пускай будет, нахуй. Блять, я-то что-то надеялся, что можно что-то с гаражной дверью придумать, сука. Ладно, пока окна помоем, хуй с ним подумаю. Так, стоп, нахуй, и открыть сразу. Открыть можно? Нельзя? Бля, я хотел проветрить это место. Вот так, нахуй, заебись. Бля, как же так придумать, сука, неужели я наебался с покупкой этого места? Что вот эту тему, ее не убрать, не удалить, ничего с ней не сделать. Ладно, похуй, пускай будет такая дверь. Так когда ты кого-то одного в гости зовешь, ты его здесь зовешь. Когда устраиваешь жесткую вписку, ту штуку, вот так хуяк, просто открываешь. Нахуй. Заходите, пацаны, нахуй, все туда влетают. Ну и не только пацаны. Даже без девочек. Так, блять. Что еще можно тут замутить? Где-то здесь вот можно будет и уебать, наверное, эту хуйню с компами. Вот это можно разъебать? Нет, нельзя. Шаль. Ну тут, в принципе, по идее, вот эту стену можно, да? Да, вот этим можно, они не несущие. Заебумба. Так, надо зарегаться. Закройся, как в офисе здесь. Что нам тут нужно будет? Чистый такой первоначальный набор, мебель. Столы. Ну, нужен стол однозначно. Вот этот неплохой вроде, да? Минималистичный, красивый. Белый пойдет пить. Так его к розетке сразу. Хуенчик. Дай бомба, ничего. Так, теперь стулья. Есть что-нибудь удобное? Это, наверное, подойдет офисный. Это ж типа пока офис. Так. По идее, что еще может пригодиться? Есть типа спальня или что-нибудь? Наверное, в мебели, да? Кровать. Кровать или диван какой-нибудь? Кровать не хочу, хочу диван. Буду на диване тут спать пока. Так. Диван орк. Да, возьмем нахуй диван орк, наверное. Да? Не, на таком спать неудобно будет. Вот это подойдет, стандартный. Чего это медведи? О, блядь, с медведями заебись будет спать. Цветочки, корова, зеленый. Ладно, возьмем такой. Тоже рядом с розеточкой. Оп, чтобы удобно было. Так, а как теперь... как сюда притащить? Мне, кстати, денег 1 лям аж. Офигеть. Я просто реально не знаю, 1 лям это много. Хватит ли сейчас на полноценный ремонт или нет. Ну, пойду-ка я сгоняю это что? На карте, это дерево.
Док я сгоняю пока в свой офис. По идее, отсюда, с этого сарая, надо нахуй съезжать. Ноутбук. Тут, по идее, должна быть какая-то кнопочка. Вот имеющийся, да? Гараж с бункером. Как перетащить туда проданный один? Как перетащить ноутбук? Ждущий режим. Зажми, чтобы поднять. Как сделать новый офис? Гараж вместе с расположенным. Так, Генрих, построивший во времена Второй мировой войны, блядь, Генрих. Однажды старик забыл закрыть за собой гаражные ворота в открытое помещение. К несчастью, забежало несколько бездомных животных и наделало там беспорядок. Настоящее чудо, что они не повредили телевизор. Ну что ж, как говорится, старость не радость. Да, бывает так. Перейти к дому. Блядь, может тут что-то надо нажать, чтобы офис появился? Точнее, не офис, надо просто... А, во, перенести офис сюда, ёб твою мать. Новый офис, охуеть. Ты только что выбрал новый офис. С этого момента это твой новый офис. Осталось только выбрать место для твоего ноутбука. Ты можешь перенести в старый офис в любой момент, чтобы выгодно его продать. Ага, то есть я могу сейчас этот сарай нахуй продать. Заебись, а здесь эти чуваки сейчас вот так вот, хоп. Заебись, он нанесли вас, съебались нахуй. Все, я застолбил это место. Так, велик, наверное, Avenger. Avenger, Assemble. Так, это сюда можно? А, блядь, серьезно? Ну да, спиздит. Чё это я? Ух, ладно, стой, тут двери-то нету, блядь. Вот так и так спиздят отсюда. Давай поставим дверь тогда сюда. Застеклённые двери для сауны. Не, это не сауна. Входные двери с молоточком темные, межкомнатные. Белые, темные и коричневые. Ладно, давай возьмем вот эту черную. Выглядит... Выглядит неплохо. Сколько она стоила? Стоп, надо посмотреть на цены, реально. 20 тысяч рублей такая дверь. Ну, понятно, все. Понятно, ляма это мало. Ляма нам, наверное, на комплексный нормальный ремонт. Оп, неплохо. Наверное, не хватит. О, блядь, окно забыл помыть. Готово. Так. Да, очень, блядь, даже прям... Очень уютный офис, ничего лишнего. Это можно, кстати, снести же. Я правильно ситуацию трактую, да? Да, это все сносится. Это сносится. Это сносится. С лестницей ничего не поделать. Ясно. То есть здесь вот эта вот часть 100% будет спуск в подвал. А вот эту комнату можно, допустим, убрать и поставить в другое место. У меня вот пока, сука, вот эта вот хуйня с воротами больше всего напрягает. Еще жужжит, блин, как ебанутая. Так, ладно, наверное, блядь, стул чуть-чуть в бок, чтобы удобнее подходить было. Возьму какой-нибудь заказ простенький, просто даже интересно. Уборка в доме, вообще изи. Реновация, покраска, заказ. Вот заказ по уборке гаража. Что ты платишь? Вот давай. Привет, я купил новый автомобиль, а старый хотел бы оставить в гараже на даче. Но там столько мусора, что я не знаю, смогу ли я туда вообще въехать. Действительно, смайлик. Надо как-то прибрать. Да, приду нахуй еще насру. Надо как-то прибрать там этот бардак, и видно, пришло время сделать это. Блядь, почему так много смайликов спамишь? Ты ебанутый. А если дополнительно вы помоете там автомобиль, то я больше заплачу. А сколько стоит твой заказ? Не написано, да? Ну давай, похуй, давай. Сколько стоит набраться в гараже и помыть машину? Прибыль 0, ладно. Нужно 1070 прогрессов. Это вообще две двери, пойдем в гараж здоровый. Ну-ка, обойдем-ка эту территорию все. Ё-моё, мне бы такой гараж бы, ну с бункером. Хотя, хуй его знает, слишком большой, не знаю, что в него буду ставить. Ладно, смотрим, что тут. Ёбаный рот, вот это срач. Покрышки, мусор. Я хуя, как так можно гараж вообще в принципе засрать? Сука, что тут надо было делать? Что тут надо делать, блядь? Это помойка, нахуй, городская, а не гараж. Из-под чего эти коробки? Почему они все тут пустые, блядь? Ебать. Киллпоинт, ну конечно, блядь, столько кликать. Мини-карта, ручки. Вот хочу супер-пупер мега-швабра 2018. Давай посмотрим, что это. Такая себе швабра, но он вроде активнее махает. Так, что тут еще? Лопаты, грабли, это мусор, что это, наверное, нужные инструменты в гараже.
Эта хуйня нужна? Действительно газовая плита нужна? Ладно. Наверное, это запасная плита. Так, и сколько ты мне заплатил за то, что я вынес весь мусор? 109 тысяч рублей. Хуя, я не думаю, что уборщики столько получают. За просто так прибираться в гараже, ну ладно. Так, а чё эта хуйня, слышь? Она не хочет браться, ставится. Эпоху пускай валяется. Хотел порядок. О, слышь, лопата в текстуры-то не надо. Давай вот так простенько, ага. Так, и сразу новый швабры. Ебать, слышь, это реально какая-то супер-пупер-мега-швабра. Как же нахуя. И машину сразу швабры, конечно. Ебать, самая чистая машина будет на районе. Просто и все. Блять, надо было сразу так хуйню качать. Столько бы времени сэкономил, по идее. Так, машину я все отмыл. Зеркала. Протер. Здесь все протер. Так, на миникарте еще что-то видно. Вот что ты мне показываешь? Где это? Наверху, внизу. Потолок. А, тут подожди, тут еще целая помехи. Оп, ты мать. Швабра, подожди. Не, все-таки, наверное, мой гараж, он поуютнее будет. Здесь теоретически... А, у меня инструменты закрыты. Можно было бы, допустим, эту стену снести, было бы большое помещение. Не, мой гараж лучше, да, все это однозначно, потому что здесь двери вот эти вот выдвижные, блядь, которые мне не нравятся. Очень обидно, на самом деле, блядь, что их нельзя поменять на стены. Ну ладно уже. Хули, что я хотел, когда, блядь, гараж покупал? Какая же швабра пиздатая, боже. Еще бы она вот так окна сразу мыла. Вот цены бы ей не было. Так, ну это говно, что-то не хочу по полочкам расставлять, если честно. Пускай это не мое дело, пускай сам расставляет, как ему удобно. Так, вот тут закройся. Вот тут мини-карта показывает грязюку подоконник, да? И здесь что-то осталось где-то. Даже не смотрю. А, тут вот коробка. И все равно что-то показывает еще. Походу вот эту штуку. Плиту надо нахуй выкидывать. А, нет, вот она. Плита нужна все-таки. И вот это тоже отмыть надо сверху. Ебать. Чистота. Ну, кстати, 70% еще нет. А, ну, наверное, потому что я не помыл окно единственное в этом помещении. Ой, эта штучка новая стала, ебать, она резвая. Смотри, готово, нахуй, чистое окно. Да, сразу прогресс, нахуй, перевалил. А, не единственное, два окна. А. Ну, вот эту хуйню очень удобно мыть. Короче, когда грейдишь швабру, ты грейдишь вот эту хуйню для мойки окон. Заказ готов на 100%. 476 тысяч рублей. Это мало, по-моему? Это реально мало. Давай посмотрим, что, допустим, вот. Что бы я сюда хотел? Допустим, даже сразу вот там я видел, прикольная вкладка была. День видеоигры. Допустим, сколько пластина стоит? 190к. 25 на 25. Охуеть, это дорого, по-моему. Может, я не шарю в акустических панелях. Хуй их знает. Геймерский стационарный компьютер FES 58к. Это вот это дешево, кстати, по-моему. Видимо, это а-ля геймерский такой. Знаешь, как тебе консультант в магазине говорит, вот это геймерский, бери его. Мышка за 6к, кресло 15. Наушники 11к. Клавиатура 11к. 11к динамик здоровый. Усилок. Даже усилок есть, ебать, усилок дорогой. Ебать, панорамный моник, ну-ка. Подсветка. А, это можно подсветку, допустим, синяя. А, я что-то думал, он здоровый будет. А, ну да, в принципе, нихуя, он и не маленький, если так подумать. Вращающийся монитор. Ну, это просто, типа, да, обычный моник. Тоже такой довольно нормального размера. Прикольно. Это вот, блядь, даже посчитать, сколько на все это говно надо будет денег. С другой стороны, у меня почти 2 ляма есть. Гитару сюда ебануть, да?
Пауза цветов. Круто. Да, гитару обязательно куда-нибудь припобахаю. Ок, допустим, на геймерскую хуйню на студию мне хватит, да? Чё я ещё хотел? Я хотел сделать сауну, наверное. Где искать тут? О, для сауны, да? В целом всё дешёвое тоже для сауны. Печь дорогая, да, 39. Если 41 тоже. Только, блядь, стоп, сауну-то делать. Где её тут делать-то? В подвале где-то сауну забахать чисто. Эти двери, кстати, можно продать? Можно, изи. Поменяю вот здесь сауну. Ну, это маленькое место для сауны. Но его можно расширить, кстати. Здесь еще второй выход. Да, в целом, я не знаю, насколько релизотратно уйдет. Просто это ж надо еще все стены переделать, покрасить, двери новые. Нахуя на самом деле надо еще делать? Я не уверен, что мне на это все хватит вот сейчас ляма, поэтому, наверное, надо будет еще пару заказов взять. Да, наверное, так и поступлю. Have we seen the actual reality of a monstrous crime? Or merely an illusion, the product of a tortured brain?